Сегодня день Святого Валентина. В Турции тоже есть этот праздник. И самыми популярными подарками на день Святого Валентина, конечно же, являются вот такие вот мягкие игрушки, мишки. Есть самые разные мишки. Есть вот, как вы видите, с цветочками можно подарить. Всяких разных цветов и размеров. И, конечно же, популярными являются вот такие вот сердечки. Мягкие сердечки. Есть больших размеров, есть маленьких размеров. Ну, в общем, на любой вкус и цвет можно найти и мягкую игрушку, и подушечки. Также на день Святого Валентина популярными подарками являются, конечно же, цветы и конфеты. Но живые цветы я не очень люблю, когда мне их дарят. Я люблю, когда мне дарят вот такие большие искусственные букеты в вазах. Еще один вот такой вот букет из искусственных цветов у меня есть. В принципе, живые цветы выглядят красиво, но они выглядят красиво, когда они где-то растут на улице, в естественных условиях, а искусственные цветы, они не вянут и тоже дома смотрятся очень красиво. Преимущество искусственных цветов в том, что когда они вам надоедают, вы можете взять все цветы, которые у вас есть дома, и оформить их в какую-то новую красивую композицию, как я сделала сегодня, например. Я взяла старые цветы, которые у меня были, и бутылочки из-под соды, покрасила их спреем и объединила цветы, и получились вот такие вот красивые вазочки с цветами. Абсолютно новая красивая композиция для украшения комнаты. Продается большое количество сувениров, и, например, если вы хотите сделать оригинальный подарок даже на день Святого Валентина, можно купить вот такие вот яркие красивые наволочки для декоративных подушек. Они бывают разных цветов, но вот мне понравились красные и такие ярко-голубые. Также оригинальным подарком могут быть вот такие вот семена. Внутри находятся семена, которые люди сажают и загадывают желания. Вот, например, семена здоровья, любовь и удача. То есть вот такие вот семена тоже можно подарить. Они называются коробочками желаний. Очень-очень интересный, необычный, оригинальный подарок. Также можно, конечно же, купить вот таких вот слоников. Слоники красивые, они продаются обычно по 7 штук. От маленьких до больших. Бывают совершенно разных размеров, разными по цене, но тоже очень интересный подарок. Ну и, конечно же, можно купить вот такой вот красивый кафтан, который продается вместе с поставкой. Тоже может быть оригинальным сувениром, как на день Святого Валентина, так и вообще сувениром, который можно привезти из Турции. На день Святого Валентина в Турции в магазинах проходят скидочные кампании, и какие-то товары продаются как подарочные товары на день Святого Валентина. Вот вы видите, везде есть вот такие вот постеры. И также очень много вывесок со скидками товаров, которые вы можете приобрести на день Святого Валентина. Мы сейчас находимся в мужском отделе, и вот вы видите, уже новый сезон. Есть мужские тапочки вот такие вот красивые, всего по 20 лир. Я думаю, что можно будет купить и моему брату. Вот аксессуары, носки
всего по 7 лир. Вот вы видите, везде есть вот такие вот красные этикетки. Эти красные этикетки означают, что товар со скидками. Вот, кстати, очень-очень красивые ботиночки. Я думаю, что они пойдут и как юнисекс тоже. Ну, в мужском отделе есть и джинсы, и куртки, брюки по 39 лир. Видите, на зимний сезон на куртки уже начались скидки 70%. Вот такие вот куртки всего по 100 лир. Ну да, скидки, все скидки 70%. Рубашки по 19 лир. Очень-очень много зимних товаров, теплых товаров всего. Вот, например, по 25 лир какие-то кофты, свитера, брюки также всего по 29 лир. Очень много всего интересного можно купить со скидками. Мы сейчас в женском отделе, и вот на новый сезон пришли вот такие вот ботиночки золотые. И есть также серебряные. На весну, на лето очень красиво, всего по 69 лир. И также сумочки им в тон всего по 39 лир. Также очень большие скидки на верхнюю одежду, например, пальто всего по 79 лир. Очень большой выбор. На женские куртки скидки. Очень-очень много интересных, красивых вещей. Вот вы видите, кофты всего по 19 лир. Очень много скидок. Также цены на новый сезон достаточно низкие, хорошие. Поэтому в этом магазине можно выбрать много всего интересного. Есть и классическая одежда. Вот, например, такое пальтишко яркого красного цвета. Посмотрим, сколько оно по цене. Всего 149 лир. Очень симпатичное. Есть уже и летние вещи, поэтому летний сезон уже начался. Можно купить и летние вещи по хорошим ценам, и зимние вещи тоже по красивым, хорошим скидкам. Сейчас мы отправляемся наконец-то в наш любимый ресторан. Очень проголодались. Видите, мы сегодня в шапках, потому что в Алании прохладно. В горах выпал снег, поэтому пришлось надеть шапки. И мы решили также прогуляться пешком. На улице не очень тепло, но свежо. Сейчас пойдем греться в нашу любимую кафешку. Идем по центру Алании. Вот вы видите, здесь тоже во всех магазинах скидки. Одну покупаете вещи, одну получаете в подарок. В нашем любимом магазине обуви Инджи тоже видите сегодня скидка на все товары в день Святого Валентина. Очень качественная обувь, кожаная обувь, и все по 99 лир.
ресторан, в который мы пришли, выглядит вот так. Очень популярное место в Алании. Здесь много блюд из курицы и также есть мясные блюда. Сейчас я вам покажу меню. Вот так вот выглядит меню. Здесь очень много куриных блюд из курицы. Есть картошка. И, как вы видите, блюда подают вот на таких вот длинных тарелках. Есть, например, блюдо с острым соусом, есть с сыром. То есть вы можете выбрать по вкусу. Мы очень любим... Вот вы видите, здесь хорошо видно такие вот длинные тарелки, на которых подают блюда. Также в меню появились новые блюда, например, с котлетками. И появились также детское блюдо и турецкие десерты. Но я по традиции выберу себе куриное блюдо, которое мне очень нравится. Шефин тавасы. Оно немного острое, с паприкой, с луком и с грибами. Вот так вот оно выглядит. И возьмем мы еще себе вот такую вот картошку с особыми приправами. Есть вот такие вот соусы, есть оливковое масло, лимонный соус и соус, гранатовый соус. Вот так вот выглядит кухня, видите, открытая кухня, где готовят все блюда. И придя в ресторан, вы можете посмотреть, как ваше блюдо будет приготовлено. Наш заказ. Я заказала курицу, а Айхан заказал мясо. Вот вы видите, блюда подаются на таких интересных вытянутых тарелочках. Блюда очень вкусные. Мы всегда приходим в этот ресторан, когда у нас есть свободное время и хочется покушать вкусных блюд. Вместе с блюдами также подают вот такой вот вкусный свежевыпеченный хлеб. Хлеб очень горячий и его подают до блюда, поэтому можно поесть хлеб, пока принесут основное блюдо. В Турции после основного приема пищи принято ходить в кафе, пить чай или кофе. И мы переместились вот в такую вот небольшую кафешку, где мы выпьем кофе и съедим десерт. Вот такие вот вкусные десерты у нас тут продаются. Есть шоколадные, клубничные. Ну, самый вкусный, конечно же, тирамису. Вот так вот мы провели 14 февраля. Надеюсь, что у вас тоже был интересный день, полный сюрпризов и красивых подарков. Теперь мы отправляемся домой. Сегодня очень прохладно, поэтому скорее спешим домой. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пишите, как прошел ваш день 14 февраля. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока. Мы вернулись домой, а дома меня ждал еще вот такой приятный сюрприз от фирмы Green Body. Я покажу вам, что внутри. Фирма Green Body производит натуральное мыло, ароматические масла и масла для массажа. Вот вы видите здесь производство, 100% натуральные масла. И меня ждал вот такой вот сюрприз. Это
натуральное мыло. Правда, не знаю, какой аромат. Ну, вот видите, натуральное мыло. Также масло. Масло для массажа. Масло апельсина. И вот такая вот перчаточка. Вот такая вот перчаточка для хамама. Варежка для скраба, она называется. Которой можно пользоваться не только в хамаме, но и дома. Она достаточно жесткая, но хорошо подходит для очищения кожи. Поэтому, если вы приезжаете в Турцию, обязательно купите вот такую вот перчаточку. Варежка для пилинга она называется. Ну, а во втором пакете, я думаю, что во втором пакете у нас также натуральное мыло. Давайте посмотрим. Вот такое вот натуральное мыло. Сварено это мыло в Алании. Производитель мыла фирма Green Body. Мыло это можно купить в магазине в Алании. И можно приобрести столько грамм, сколько вам необходимо. Есть очень много разных видов мыл. Фирмы Green Body их порядка 50. Вот вы видите, мыло совершенно разнообразное. Есть мыло для пилинга, есть детское мыло. Мыло подбирается индивидуально, специально для вашего типа кожи. И, конечно же, подбирается исходя из ваших предпочтений. О том, исходя из того, какие масла и травы вы любите. Поэтому, если вы также будете в Алании, вы можете посетить бутик Green Body, где вы можете приобрести вот такие вот оригинальные мыла, натуральные, они 100% натуральные. Вот вы видите, сзади также на пакетике написаны различные виды мыла. Есть мыло с лавандой, с апельсином, алоэ вера. В общем, очень-очень много различных мыл. Мыло это не только для тела, подходит не только для тела, но и для мытья волос. Этим мылом также можно, кстати, стирать одежду в стиральной машинке, потому что оно 100% натуральное и подходит абсолютно всем. Поэтому, друзья, видите, сколько много всего интересного есть в Алании. И, кстати, еще одна интересная вещь. По дороге домой мы зашли в магазин, и первый раз в жизни я видела вот такую вот минеральную воду. Она со вкусом апельсинового печенья и яблок. Никогда в жизни я такой воды минеральной не пробовала, но действительно по вкусу напоминает апельсиновое печенье и по запаху. Поэтому те, кто долго живет в Турции, например, как я, каждый день мы здесь открываем что-то новое и интересное, потому что Турция необыкновенная страна, и здесь можно жить очень долго и каждый день открывать много нового. Поэтому, друзья, добро пожаловать, подписывайтесь на мой канал, смотрите новые интересные видео, пишите ваши комментарии, буду рада вашим отзывам и предложениям. Ну что, всем еще раз пока-пока, всего хорошего!